Долгие поиски Цири привели Геральта к мысли, что ключом к разгадке тайны послужит Ума, самый отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие. Еще вроде бы с квартирмейстером не играл в лагере Нильфгарда. Покупать будете или смотреть? Покажи мне свой товар. Я хочу сыграть в карты. Не желаешь сыграть?
Долгие поиски Цири привели Геральта к мысли, что ключом к разгадке тайны послужит Ума, самый отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие. Чего ты здесь выискиваешь? Работу ищу. Сейчас. Два меча, глаза как щелки. Ты же ведьмак. Геральт из Ривии. Впервые слышу. Но работа какая-нибудь найдется. Покажи мне свой товар. Давно я не играл в карты с подданными императора. Сыграем в гвинт?
всего два каких-то торговца. Планетники нам дождь посылают. Я взгляну на твои... Не лучше это место для бродячего торговца. Доход всегда там, где... Стоит ли так рисковать? Так ведь деньги не самое главное. Вижу новые места, общаюсь. Будь здоров. Надеюсь, мы еще свидимся. Ну, в Новиграде, может быть. Привет! Прощай. Но! Иногда они еще дышат, когда их печку. Развелит без грамм. Привет!
поздно. Падите на колени! Приветствую! Что? Вот, вот этот. И еще один, по-моему, кузнец какой-то в Оксенфурте играл. Ну ладно. Чего у меня? Ну, карт нет. Давай лучше сыграем в карты, мне больше ничего и не нужно. Было делать фокус добродетельно, от огня согреются. Я с ним уже играл, уже не помню. И когда начинал колоду собирать, я ему проигрывал. Шевелись, плотва! Эй, куда?
Чего же? Будет. Привет! Не хочешь сыграть? Значит, играл с ним, зараза. Или корчма, или там какой-то бордель есть.
чтобы у бедноты да столько рукописей. Такие времена, что любой нищий. Да из тебя попрошайка покруче выйдет, чем из меня. Не крутись тут. Вы приняли меня с кого-то другого. Оставьте его в покое. А ты еще кто такой? Шпик из храмовой стражи? Я любитель мира и порядка. Тогда ты ошибся городом. Это вы совершаете ошибку. Оставьте его в покое. А если нет? С этого человека вы ничего не получите. Его лавка тонет в долгах. Ты прав. Да он и по виду на нищего смахивает. Я бы попросил. И что я к нему прицепился? Наше почтение. До свидания. Пойду почищу зубы. Иди домой, уважаемый, и не гуляй здесь больше. Так и сделаю. Благодарю за помощь, господин. Ну? Ну? Может, нынешний молодежь в голове сплошной гоголь-моголь. Сил нет. Я буду за тобой приглядывать, белоголовый. Подозрительно ты выглядишь, приблуда. Да все, вот что тебя ждет, Наршенко. Лучше попрошу не... Я не... И очень хорошо... Открывай. А-а-а. Играл, зараза. Прощ. Может быть, здесь. Тут где-то должен быть торговец, по-моему.
Поиски Цири привели Геральта к мысли, что ключом к разгадке тайны послужит Ума, самый отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие. До самого Рагнарёка. У вас тут должно быть жизнь хорошая. Куда? Быть может, этот... Вперед, плотва! Жалкое зрелище. Да наградят тебя боги, ведьмак. Я же тебе смогу дать лишь скромный подарок. Загляни ко мне домой, тут недалеко. Надеюсь, с ним можно сыграть. О, мой спаситель! Позволь еще раз. Да. Покажи мне свои товары. Торговля, торговля, я бы лучше в карты сыграл. В гвинт. Thank you.
еще какой-то конь есть. Может, это Ламберт и считается в Крэмворхене? Не знаю. Блатва. Ты поможешь человеку в беде? Может, ты корабль хочешь нанять? Эй, взгляни-ка сюда. Простите великодушно, но я оказался в трудной ситуации. Я бродячий фокусник из оккупированной Тимерии и... Из Тимерии? Ты уверен? Не из Новиграда? Почему? Почему из Новиграда? Я родом из Марибора и... И ты не годишься для этой работы, у тебя слишком короткая память. Мы ведь уже встречались, только тогда ты был почтенным новиградским купцом, который отчаянно жаждал вернуться домой. Ах, уверяю вас, что... Ну ладно, поймал ты меня. Знаю, что это странно звучит, но, клянусь, я отдам тебе все сторицей, только не выдавай меня ярлу. Если я тебя выдам, то точно не увижу своих денег, но если ты снова попытаешься меня обмануть, я найду тебя. Нет, в этот раз я не вру, ведь ты же в любую минуту можешь на меня донести. В таком случае, до встречи. Людей перепугает. Ведьмак? Эй, взгляни-ка сюда. Приветствую. Бывай. Подойди ближе, не знакомься. Снова какой-то хворый друид. Да. Ты слепой, что ли? Еще что? Ну, гры... Значит... С удовольствием.
Изготовь. Будь здоров. И за спиной, и чего только... Такими клинками можно завтра день рождения. Не знаю, что... Привет, хочешь взглянуть? Я так понимаю, это все... Оружие не... Да я... Морь. А если не дают? Ну, может быть, этот. Я бы не отказ... Думай, куда идешь. Вот, теперь ноль. Ну, все, теперь я точно знаю, что осталось 5 карт. Это Трис у Ламберта. А это 4 лидера. Вообще отлично. Теперь мне сразу стало спокойнее. Еще 3 книжки для этого квеста найти. Я уже не помню, где их брать. Что-то там Вегги какая-то, Культ Фрей и Тристиана и Изидор. Вот эти 3 книжки надо где-то купить. Можно и комплекты собирать, чертежи.
Я за тобой слежу. Приезжают тут всякие с большой земли. А нам подходится. Давай, плотва! Здесь стоит осмотреться. Держи. Но! Поиски Цири привели Геральта к мысли, что ключом к разгадке тайны послужит Ума.
самый отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие. Мне помощи! Нет, мне... Взгляните на его кошелек! Бери его, сыночки! Жалкое зрелище! Здесь стоит осмотреться. Красивые мечи. Бледный.
интересует. Будь здоров. Пошла. Здесь стоит осмотреться. Это место силы. Пошла.